Честно сказать, я не знаю, кто это написал, но это настолько здорово сказано, что не убавить, не прибавить. Сын как-то спросил своего отца: «Как вы жили раньше без доступа к технологиям, без интернета, без компьютеров, без телевизоров, без кондиционеров, без мобильных телефонов?» И отец ответил: «Точно так же, как ваше поколение живет сегодня без молитв, без сострадания, без чести, без уважения, без стыда, без скромности, без чтения книг. Мы, люди, которые родились между 45 и 85 годом, являемся благословенными. Наша жизнь – живое тому доказательство. Играя и катаясь на велосипедах, мы никогда не носили шлемов. Мы не боялись одни ходить в школу с первого дня учебы. После школы мы играли до заката. Мы никогда не смотрели телевизор по полдня. Мы играли с настоящими друзьями, а не с друзьями из интернета. Если мы когда-либо испытывали жажду, мы пили водопроводную воду, а не воду в бутылках. Мы мало болели, хотя раньше мы делили один и тот же стакан сока с четырьмя друзьями. Наши родители лечили нас копеечными средствами отечественного производства или при помощи народной медицины. Мы никогда не набирали вес, хотя мы ели много хлеба и картошки каждый день. Мы привыкли создавать свои игрушки и играть с ними. Мы делились своими игрушками, книжками. Наши родители не были богаты. Они дарили нам свою любовь, научили нас ценить духовное, а не материальное. Дали нам понятие о настоящих человеческих ценностях – честности, верности, уважении, трудолюбии. У нас никогда не было мобильных телефонов, DVD, PlayStation, Xbox, видеоигр, персональных компьютеров, интернет-чата. Но у нас были настоящие друзья. Мы посещали дом нашего друга без приглашения. Нас угощали простой и скромной едой. Наши воспоминания были на черно-белых фотографиях, но они были яркими, красочными. Мы листали с наслаждением семейные альбомы и хранили с благословением портреты наших предков. Мы не отправляли на помойку книги, мы стояли за ними в очередях и потом запоем их читали. Мы не выносили свою жизнь на чужое обозрение и не обсуждали с таким упоением чужую жизнь, как это делаете вы, выставляя свою жизнь на показ в Инстаграме, обсуждая прилюдно в масс-медиа пространстве свои семейные тайны. Мы уникальны и наиболее понимающее поколение, потому что мы последнее поколение, которое слушало своих родителей. Кроме того, мы первые, кто должен был слушать своих детей. И мы те, кто все еще умнее вас и помогает вам. Мы ограниченные издания. Наслаждайтесь нами. Учитесь у нас, цените нас, прежде чем мы исчезнем.